профессия педагога это выбрана не случайно, моя мама педагог логопед, поэтому можно сказать, что я действительно пошла по стопам моей мамы. А плюс ко всему я была знакома с профессией, я все детство практически провела у мамы в логопедическом кабинете, и я в принципе имела представление, что такое профессия педагога логопеда, что она из себя представляет, как работают с детками, какие приемы, может быть, там существуют, да. В принципе, я была знакома с практической частью, и вот поэтому я решила поступать на педагога логопеда, чтобы еще углубить мои знания и в теоретической части. По специальности я педагог-логопед. Специальность, я считаю, востребованная в нашей стране на данную минуту. И у нас довольно-таки большой набор. А в дальнейшем я планирую, наверное, работать с детками, именно у которых именно тяжелое проявляется нарушение в речи, которым действительно нужна помощь и наша поддержка. Наш университет действительно позволяет развиваться не только в учебной части, но и в общественной, принимать активное участие в жизни университета общественной. Так вот, например, у нас огромное количество различных конкурсов, и уже, наверное, конкурсы знаменитые на весь город, альма-матер, мисс мистер университет. Действительно, приходят уже люди, и те, которые даже не учатся в нашем университете, поэтому я, да, действительно была знакома с университетом общественной жизнью до поступления. Мне действительно это все нравилось, естественно, я смотрела, пересматривала и альма-матер видео на ютубе выкладывают, и конкурс «Мисс и мистер университет». Естественно, мне хотелось поучаствовать в некоторых из этих конкурсов, действительно, да. Ну вот, так получилось, что я и поучаствовала. Сейчас я веду активную деятельность в университете, именно общественную. Я являюсь участницей театра Модуни Арт и вокалисткой студии Унисонг. Поэтому, можно сказать, каждый день мой проходит задорно и весело, как у всех студентов. Определенно, я не собираюсь отказываться от творческой части моей жизни. Все-таки это, наверное, часть меня, и я уже не вижу, наверное, свою жизнь без всех концертов, всех выступлений. Но определенно в университет я пришла за профессией, и я планирую ее получить и работать по специальности. Моим любимым городом является Гродно, и на самом деле я не планировала пока никуда уезжать, и действительно, как говорится, где родился, там и пригодился, и я действительно надеюсь на то, что я буду полезна своему городу, своему университету, и в дальнейшем моя деятельность как педагога-логопеда, как профессионала будет только развиваться, расти, расти и расти.